Трещины в асфальте, ямы на тротуарах и полное отсутствие водоотводной системы. Подрядчики, которые откровенно плохо отремонтировали дворы в прошлые годы, совсем не торопятся устранять нарушения. Чиновники уверяют, проблем нет, а активисты Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру после того, как увидели двор на улице Кирова, 30А в Нововятске. Небольшой жёлоб был единственным шансом жильцов не ходить по лужам в своем дворе. При ремонте в 2017 году подрядчик вообще не сделал водоотводную систему. После многочисленных жалоб жильцов специалисты попытались исправить свои ошибки, но только лишь прорубили небольшую канаву вдоль тротуара. Теперь в ней скапливается вода и никуда не утекает. В глаза бросаются трещины на парковке, на которую жители дома отдали 160 тысяч рублей. Ямы у подъездов на тротуаре, по словам жителей, с каждым днем становятся больше. Привлечь подрядчика устранить. Устранять ошибки пытались активисты Общероссийского народного фронта, но пока безуспешно. Сейчас направили очередное обращение в надзорные органы. Дальше снова будем обращаться в прокуратуру. Есть надзорные органы, в обязанность которых входит соблюдение законодательства. Здесь законодательство нарушено, то есть работа выполнена за счет бюджета, работа выполнена некачественно. Пусть надзорные органы выполняют свою функцию. В ОНФ говорят, проблем с гарантийными ремонтами дворов в Кирове много. Подрядчики совсем не торопятся устранять свои же нарушения, которые остались после работ в 2017 и 2018 годах. Напомним, на днях представители горадминистрации, осматривая ремонты этого года, заявили, что проблем с гарантийными ремонтами придомовых территорий в Кирове нет.